Какой же у тебя все-таки, Оль? Смотри, поужинал, взял Женьку и пошел математикой заниматься. Веришь? Сама поражена. О, явился. Ты где был? Где надо, там и был. Что, Митяй заходил? Да. И что? Говорит, свадьбу негде справлять. Хотел он во дворе убраться, но до субботы никак. О, а соседи на что? Пусть зовет всей улицей, поможем. А как? Только так. Валюха, ты чё? Что? У него там во дворе столько хлама, что мы всем поселком в три смены не управимся. Все равно, Вань, помочь надо. А я прошу. Я и Митяю говорю, давай, свадьба ваша, а двор наш. Что? А что? Нет, я прошу прощения, может, это не мое дело. Какое отношение имеет их свадьба к нашему двору? О. Ольга Николаевна, это у вас в городе там каждый сам за себя и только вот с выгодой. А у нас тут каждый каждому всем миром помогает. Да, Валюха? Я свой двор на разграбление не отдам. Вот ты у меня глупая баба, Валька. Вот глупая. Послушай меня внимательно. Объясняю. Мы абсолютно бескорыстно отдаем Митяю наш двор. Так? Так. А Митяй, в свою очередь, с родственниками и знакомыми также бесплатно наводят порядок в саду, чинят летний душ. В общем, делают из нашей усадьбы конфетку. Теперь поняла? Что? И забор поправят? А я о чем? Ага. Вот тебе и а! Покрепче ничего нету. Ну все, все, ладно. Лето поменяло географию. Турция, Греция. Мы его привозим в фотографиях, в ракушках, специях. Небо пятизвездочное скроется, и загар смоется. Запах пахлавы на пляже, шелест шубы с распродажи. Вот и все, что вспомнится о нем. А мне милее лето, то, что в плавки с якорем одето. Лук в цветах и васильки в букетах. Чай и бабушкин пирог, а после него со вкусом вишни сладкой. Твой первый робкий поцелуй украдкой. И адрес надписью пиши в тетрадке. Адрес лета моего. Да, заварил ты кашу, Митяй. Я Валюху еле уговорил. Столько пришлось про нас с тобой хорошего выслушать. Да не дай бог. Представляю. Спасибо тебе, Вань. С меня причитается. Да это само собой. Гаврилыч! Чё сидим-то? Работай не в проворот. Чё он сидит? О! Вот это да! Обкосил? Орел! Сено на чердак. Куда? Ну не здесь же оставлять. Во дворе потопчут, в огороде сопрут. Ведь могут. А, Митяй? Ой, иди, сынок, не слушай дядю Ваню. А ну стой! Иди. Я не понимаю, зачем, имея пылесос, вытряхивать дорожки таким варварским методом? Да этот пылесос только шумит и энергию жрет. Зачем вы вообще его покупали? Как зачем? Как пульверизатор. Ты знаешь, как им удобно белить. А, специально тугие рвала, чтобы послезавтра ему дошли. Слушай, Петровна, а давай я дорожки у себя почищу, а? Валюха! Хоть и дело не в проворот, что ты там волындаешься? Любаша, то мы бы и сами справились. Да
этот зувер, он же с утра покоя не дает. А мужик пошел, а? Ничего ж бабе не дает. Ни любви, ни счастья, ни дорожки ж почистить. Ладно, я с тубареточкой. Давай это. Давай. А. Слушай, Валь, а давай вечером у меня посиди. Вы же днем там ухайдокаетесь, а у вас и присесть негде, а? Да давай, я наливочки возьму. От Ванькиной. Спасибо. До вечера. Давай. Все-таки Любка, конечно, баба хорошая. Я в людях никогда не ошибаюсь. Так вот уж. А то, что склочность и характер сволочной, это же от одиночества, понимаешь? Ванюха! Иду! А забор, а? Как новый. Да, хорошо починили. А двор? Двор-то какой, а? Ой, двор загляденье. Хоть после свадьбы новоселье справляй. А шо, это идея. Слушай, Вань, я чё подумал, а? Вот зря я тебя побеспокоил. Ну не гоже свадьбу в чужом дворе справлять. Давай, собирай всю бригаду и ко мне. Ребят! Не-не-не-не, Митя, извини, подвинься. Просил помощь? Получай. Да. Все. Оль, нам же еще до ночи в доме убраться надо. Я привыкла все делать тщательно. Мы вообще не рано с блюдом затеяли, нет? Да нет, это ж для маринации. Как раз до свадьбы оно и настоится. Много тереть? У нас что-то ее не сильно едят. Так, закусывают. Пол ведра хватит. Сколько? Думаешь, мало? Давай 3 ведра. Господи. Ведро хватит. Митяй! Хватит, хорош! И так сегодня хорошо поработали. Надо махануть. На, держи. Давай, за Андрюху, за свадьбу, чтоб все было хорошо. Хороший у тебя парень. Да. Ой! Это что? Алоэ. Да сам ты алоэ. Это текила. Водка на кактусах собственного приготовления. Друзья, что-то не так, или кактус не свежий? Сам-то не свежий, просто, может, не настоялось. А что ты сделал? Я тебе попросил брус отпилить 1.5 метра для ножки для стола. Я и отпилил 1.5 метра. Вот я отпилил 1.5 метра, вот этого. На, бери и мерь. Ой, заставь дурака Богу молиться, так он... 1.5 метра. А что, получается, я обманулся, да? А я сейчас своей замерю. А. 1.5 метра. 1.5 метра. Тоже 1.5 получается. Что и та 1.5, и это 1.5. Все, дядя Ваня, я столб выкопал. Куда его? На чердак. Этот столб еще 100 лет простоять может. Да, Вань? Так. Неси этот мусор бате во двор на дрова. А может, все-таки на чердак? Ты что, глухой? Тебе сказали мусор, значит, к нам. Так, а ну стоп. Андрюха, вот скажи так, вот с философской точки зрения, может быть, 2 предмета одинаковой длины по длине были бы разные? Ну что, дядь Вань, это же абсурд. Вот и я думаю, что хрень какая-то, а? А может, дело не в самих координатах, а... в системе координат. Спасибо, сынок. Ты нам сейчас очень помог. Батя, вы рулетки проверьте. А что это такое? Что? А что это она с 30 у тебя начинается? А! Это когда я в городе дрова продавал. Я ее разрезал и склеил, чтоб экономия была.
А скажи мне, а когда ты мне дрова продавал, мы кубометры чьей рулеткой мерили? Сынок, что ж ты один такую тяжесть прешь? Сына! Ах ты, зараза! Ай! Сынок! Да вставай ты, господи, дядя Ваня шутит! Дядя Вань! Оу! Здрасте! Привет, Леха! Мамка спрашивает, вы там у нас скамейку не брали? Брали. Но это тайна. А так как мужики умеют хранить тайны, то мамке скажи, что не брали. Ладно? Понял. Давай. Смотри, Леха, мы договорились. Да. Ух ты, господи! Ты чё, из-под земли, что ли, вырос? А шо, мне из дома сигнальные ракеты пускать? Ваня, выдвигаюсь, разговоры есть. Я думал, мы с тобой работать будем. Ну, давай разговоры разговаривать. А скажи мне, Иван, что для тебя есть дружба? Митяй, что тебе надо? Родители невесты сегодня приезжают. Ха-ха. Ну, люди их сватами называют. Ну. Им переночевать две ночи где-то надо? Да что ты говоришь? Наглеют прямо с порога. Ва, ну брось ты! Не до смеха. Некуда их у меня класть. Да и не хочу. Сам знаешь, какой у меня дом холостяцкий. Не поймут сваты. Да что ты хочешь? Чтоб я их что, у себя что ли положил? Митяй, я тебя сейчас реально понял? Ну, что тут такое? Господи, поменяемся домами на пару дней и все. Ах ты даешь, а? Да, хитер, бобер. Ваня, да Степаныч, господи, да какая ж хитрость, Вань. Ну, стыдно мне, понимаешь, стыдно. Я-то понимаю, я ж не один живу. А если я с Валентиной улажу? Тебе что, жить надоело? Это не только тебе и мне, тут всему поселку Хиросима будет. Ну, а если договорюсь, ты-то согласен? Эх. Чего ради друга не сделаешь? Вань, спасибо тебе огромное. Да и спасибо уликов не сделаешь. Каких уликов? О, господи. Пасеку я решил построить, руки не доходят. Тух ты. Не вопрос, будет тебе пару уликов. У меня вон пасека, знаешь, какая. Ладно, иди с Валюхой договаривайся. Полотенце отдай! Ой! Ой! Дочь высматриваешь? Пора мне туда. Зажился. Митяй, что ты это ляпаешь? У тебя у сына свадьба, а ты это ляпаешь. Ты что? Спасибо, Валентина, что зашла. Сам идти хотел. Прости меня, Валентина, за все. Ой, да за что? Да что ты вот это вот, Митяй? Вставай. Вставай, люди, Бог знает, что подумают. Не встану. Пока не простишь, не встану. Да за что? За что? Много промеж нас, всякого было. Да бог с ней, за этой кадушкой. Хоть и не брал я эту кадушку. Пусть этот грех на мне будет. А вось сам зачтется. Да где там? Что с тобой? Да все, простила. Вставай, вставай. Точно? Точно. Спасибо, Вань. Сняла камень с души. Теперь и помереть не страшно. Иди, Валенька, с Богом. Иди, голуба моя. А что ты вот это помирать намылился, а? Сегодня утром проснулся. Ну. Нечем дышать.
В глазах тебя. Кабы не Андрюшкина свадьба, точно б концы отдал. Топить надо поменьше, Митя, и все. Думала ли ты, Валя, от чего я пью? От того, что, Валенька, нет в моей жизни никакого фарта. Что не возьми, что на работе, что женитьба, что вся моя судьба, все наперекосяк. Что не делаю, все дымом к небу. Вот, разве это жизнь? Так вот и пьюшь поэтому. Ну ладно, недолго вам меня осталось терпеть. Справлю Андрюшкину свадьбу и на цугундер. Ох, у меня чуйка собачья. Да что ты вот это говоришь, Митенька? Ты что? Валька, ты что ты? Одного хотел. Андрюшке свадьбу не испортит. Да какой там? Сваты ж приедут, пройдутся ж по улице. Дома всех, как картинки. А у меня фронтовая фотография. Что скажут? Нам что, в этой Брестской крепости ночевать? Плюнут Митьке в морду и уедут. Митька, да давай их у нас поселим, Митенька. Ну. А что? А вы? Да вы ничего, они нам не помешают. А хочешь, мы у тебя поживем. А я? А ты? А ты у нас гостишь, Митенька. Алька. Я даже не знаю, как тебя благодарить. Возьми ключи, под половиком поставлю. Валень! Не надо меня благодарить, Витенька! Ой, 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 какой же ты бедный мой, Витенька! Вот красота, да, Валюха? В огороде порядок, в саду как в Эрмитаже. В сарае новая дверь, летний душ работает. Молодец, молодец. Ванюша, у меня к тебе просьба. Вот когда в доме порядок, все, тогда можно уже уходить в искусство. Завтра, Валюха, первый раз выхожу профессионально, тамадой. Вань, а давай во время свадьбы Митяй у нас поживет, а мы у него, а? Ты что, перегрелась, что ли? Да он же нам за два дня урона нанесет больше, чем мировая война. У него что ни движение, это акт вандализма. Не-не, даже и не думай. Ваня, прошу тебя, Ванечка. Ну смотри, Валюха, смотри. Это ты, а не я, на поругание врагу хату отдаешь. Чтоб потом полгода у меня вообще ничего не говорило. Где-то что-то недоделано, где-то что-то поломано. Что? И даже лампочку нельзя попросить крутить, да? Ну ладно, может, кроме лампочки, конечно. Но это раз. И второе. Завтра на свадьбе по поводу моей выпивки, чтобы даже не вякало ничего. У меня стресс. Конечно. Все, я вам нервы восстанавливаю. Да. Ну что? Когда? Сдаем позиции. Ой, Митяй, зараза. Развел бардак. Не пройти, не проехать. Оль, ты нас ради бога извини. Митяй хоть и долбанутый, но почти родной человек. Оля. Я так устала, что мне, собственно говоря, все равно. Где спать? На чем спать? Сколько котлет налепила? 354. Мало. Надо еще 100. Валентина! Дома! Елена Андреевна, проходите. Сергей Сергеевич, проходите. Сваты мои, вот, попросили показать им, как землячки мои живут.
Здравствуйте, Ольга Здравствуйте. Николаевна. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Проходите. Здравствуйте. Ну что ж, проходите. Правда, не прибрано. Здесь, у нас. Ну что, первый раз, что ли? И хуже бывало. А, Валентина, что хотел спросить. Неделю назад с Иваном ко мне приходили. Я наливкой вас угощал. Ты не помнишь, куда ее поставил? На кухне, у столе. Между уксусом и маслом. Точно, Валентина. Ну, память у тебя. Ну, вот... А вот где ты обычно махеровые полотенца хранишь? Вот у себя здесь где? В шкафу, в зале. На антресолях. Ты гляди, прям как у меня. Вот, да. Слушай, это, рюмки хрустальные вам на Пасху давал. Ну, чтоб как люди отметили, чтоб праздник был. Так это... Надо возвращать. Да я б с удовольствием. Вот только не помню, куда я их поставила. Валя, да где угодно. Могла на кухне, в тумбочке, на верхней полке, в углу рядом с Олей, например. Ну, пойду гляну. Пойди, Валюш. Да, небогато. Не то, что у вас. Ну, не все же как. Это у кого как душа к работе лежит. Ну, вон ясно. Машина 5 лет стоит, у хозяина все руки не доходят, а там-то работы на день. Ладно, машина, а вообще-то во дворе убрать можно было? Да можно, но какой хозяин такая? Да, Валь. Все? Все. Ага. Ну, мы пошли. А то я не до конца сватам свою усадьбу показал. До свидания вам. Да. До свидания, Елена Андреевна, Сергей. Пожалуйста. До свидания. Ага. Сергей Сергеевич, Валя хорошая женщина, хорошая. Простая, деревенская. Ага. Муж пьющий, пьющий. Знаете, я так... Да. Так вот же. Вот скотиняка. Ну что, может быть? Ну, будь добру. Хороший дом у вас. И усадьба ухожена. Были б руки. И к водке умеренность. Дмитрий Александрович, это вы скажите, а кто у вас сегодня во дворе работал? Соседи? Пригласил. Могу, так сказать, себе позволить. А непонятно, с радостью. Лишняя копеечка. А мне суеты поменьше. Да и землякам помочь. Святое дело. Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Дмитрий Александрович, у меня бы одеяло. Здесь жди. Извините. Да. Сват у вас редкостный души человек. Я, наверное, сегодня буду спать, как младенец. Да сейчас салатик доделаем и пойдем спать. Какой салатик? А, нет, подожди, я неправильно спросила. Сколько? Так это, 7 судочков селедочки под шубой, 3 кастрюльки весеннего, мимозы, 2 противня, ну и оливье. Валя, можно я на свадьбу не пойду? Да ладно тебе, Оля. Извините. На, держи. Ну-ка, меценат, выйдь на пару слов. О! Пойду на расписку возьму, никому верить нельзя. Золотой человек,
А уж души какой, скромности какой необыкновенной. Это... А вот если там что, вот соврать, например, или, не дай бог, украсть, это никогда. Ну что? Завидую я вам. Повезло вам. Такого свата отхватили. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Я вас не задержу. Я сейчас. Ты где наливку взял, барин? Так Валентина сватам дала, спроси ее сам. Ладно, живи пока. Здрасте. А что это за овощ с моим полотенцем? Это? Не виноват я, Ваня. Не виноват. Это сваха, сваха все. Из города привезла, тамада это. А я тогда кто? Вот так ты, да? Вот так? Я к тебе как к другу. Хочешь, Митяй, хату? На тебе хату. Хочешь, двор? На тебе двор. А ты вот так вот с друзьями. Я пошел вон с моих двора. Я тебя видеть не хочу. Вань, ну а я что мог сделать, а? Дмитрий Александрович, вы куда запропастились? Вань, я тебя умоляю, потерпи еще два, ну? Умоляю тебя. Да вот земляк зашел. Денег призанять. Ступай, Иван. Не видишь, гости у меня. Дай вам Бог, Дмитрий Александрович, за доброту вашу. Чтоб все так жили, как вы живете. Да брось, ступай. Всего хорошего. До свидания. До свидания. До свидания. И так каждый день. О! Ваня! Ванечка! Беда! Ваня! Ванюша! Ну шо опять? Свадьба пропала. Свидетели под Николаевкой увязли, сами говорят, никак не выберутся. От тракториста невозможно разбудить. Собака с крести на рогах пришел. Местные говорят, часов через 6 проснется. А чё ты ко мне пришел? У тебя в доме он тамада из города спит. Вот к нему и обращайся. О, Господи! Валюха! Да не, сюда иди. Шо? Ай! Ой! Фу, зараза! Ваня, не верь. Да шо, верь, не верь, поздно уже. Взвалила ермо на нашу шею, теперь надо везти. Пойдем уже, страдалец. Валька, руки твои буду целовать. Да иди ты. Ножки. Да иди ты. Иван! Иван! Ольга! Алексеевич, ну помоги, ну ты, раз ты это в жизни же, ну, можешь. Ты же сразу ребенок должен понять, это же тракторист. Она сейчас пьяный, а это твои как аппараты. Тихо! Ну шо? Нет, стоп, мужики, ну серьезно, ну дружком я не могу. Тут. Я же в призвании, и должность какая-то уголовная, дружок. А дружка кто? Да вы что, баба, ну с ума что ли посходили, ну куда мне в дружки-то? Люба! Ну что Люба, что Люба? А дружок-то кто, а? Кто? Нет. Ну почему же нет-то, Любовь Георгиевна, а? Да потому что нет. Ага, ну ясно, все-таки втюрилась. Вот оно что. Значит, все-таки неровно к Любке дышишь, а, Алексеич? Потому вовсе. Мне просто одеть нечего мне. Ты, Митяник, здесь чушь не неси. А то что ж получается, я на свадьбу, а бандиты, значит, в село. Нет. Какие? Нет, какие? Нет, какие? Нет, нет, все. Все, я сказала нет, значит, нет. Чего ко мне привязались, а? Нет. Все. Любка! Что Алексей! Ты думаешь? Ну, все, ну, категорически нет. Дорогие молодожены, что такое наша жизнь, как не бескрайнее
просторы вечности, по которым носятся корабли нашей жизни, попадая в беспощадные рифы одиночества. Но иногда в бушующем море, где много ураганов и тайфунов, корабли нашей жизни встречают друг друга, чтобы найти бухту и бросить вместе якоря. Так давайте выпьем за счастливые мгновения этой встречи! Ура! Я что-то сейчас не понял, мы за что сейчас пьем-то? За встречу кораблей, что ли? Да не, ну, про море это я так, ну, фигурально. А, понятно. Я так понимаю, что горько, что ли? А горько. Горько. Гаврилыч, ты что, уснул, что ли? Давай. Горько! 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 Раз! Хорошо! Два! Три! Четыре! Стоп! Стоп, Гаврилыч, стоп! Молодые сели. Следующий тост за здоровье отца жениха. Это я. Вернее, за его гроб. За что? Вернее, за дуб, из которого он будет сделан. Который посадят его дети, вырастят его внуки, а спилят ваши правнуки. Ага. То есть за мою смерть. Какая смерть? Да объясните ему, ну... Не, Митя, это чтоб ты жил 300 лет. Понял? Не понял. А что тут понимать? Сначала за корабли пьем, а потом за гробы. А у тебя что, собственного языка, что ли, нет? Ты же отец жениха, давай, речь толкай. Не скажу. Давай, вот это скажи. Скажу. Вот давай, Митя. Дети. Андрюшка. Наташка. За то, чтоб у вас было не так, как у меня. А чтоб как у людей. И чтоб не как у всех, а чтоб как ни у кого. Во. Так что вот поэтому. В переводе на человеческий язык горько. Горько! Горько! Давай! Два, три, четыре, пять, шесть. Да. Рафик, не отставай. Аккуратнее ты, ну. Не дрова везешь. Ну зачем было машину отпускать? Какой ты умный, а? У нее минута простоя, червонец. Ты за неделю столько не зарабатываешь. Ну, Евгений Борисович. Хватит болтать, давай ровнее держи. Левее чуть-чуть. Да не гони ты, я же не успеваю, но... Древний, но мудрый философ Аристотель сказал... О, Господи! Любить – это значит желать другому того, что ты сам считаешь за благо, но при этом желать не ради себя, а ради того, кого ты любишь, стараясь при возможности подарить ему это самое благо. Так выпьем же за... Я извиняюсь за опоздание. О, Борисы! Да. Ну, бизнес. Сами знаете, дело такое. Одну минуточку. Вы кто? Родственник? Я гость. Гость. Так сядьте и не мешайте. А кто это? Так выпьем же за... О, дожили, а! Шо? Борисычу тост никто не даст? Вань! Ну, пожалуйста. Следующий тост за нашего гостя. Так гость гостю рознь.
Ладно, давайте я в качестве, так сказать, гуманитарной помощи действующему тамаде. Слово предоставляется, не побоюсь этого слова, гению бизнеса поселкового масштаба Евгению Борисовичу Жуку! Давай, ну перестань! Ну давай, что ты как девица? Ну, спасибо, спасибо, конечно, за оказанную честь. Что я хочу пожелать молодым? Достатка, богатство, ну и... А что еще? И денег. Да. Денег побольше. Побольше. Побольше, побольше. Ну и хочу подарить небольшой, но полезный подарок. Холодильник. Вот это так. Мы подарили, значит, получается, невесте холодильник. А теперь и у жениха есть свой. А, только не забудьте на нем написать там М и Жошев. Горько! Ну что? Горько! 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 Раз, два, три, четыре! О, вот это дело! Вот это наши! Наши люди! Давай, бери правление в свои руки и тамади. Ну, что вы там? Тамада возврату и обмену не подлежит. Взяли из города, пользуйтесь. Ну, Ваня, я сказал, нет. Себе вот. Кум! Ой. Друзья, станишники, земляки, извините, тамада, сваха, ничего личного. Давайте все дружно попросим нашего уважаемого Ивана Степановича, моего кума, взять, так сказать, бразды правления в руки и тамадить. Прошу, Иван. Не надо. Да ну, Ваня, попросим, попросим. Дай. Попросим. Ну, ладно, ладно. Так сказать, сами напросились. Кто на танцы? Опа! Давай, давай! Разворачивайся! Оп! Красиво! Оп! Пошли по кругу! Удивительно, как Любови Георгиевне идет эта шаль! Прям как кинозвезда! Да что ты! Салатик, не могли бы передать вот этот? Вообще, это моя шаль. Но когда я была в ней, ты меня кинозвездой не называл. Плов можно еще чуть-чуть положить? Да ешьте сначала салат. Ты вообще на меня не обращаешь никакого внимания. Коть, ну что ты? Ну ты просто за эти дни мы очень устали. Ну, ты что, обижаешься? Ну, ты смешно. Ты смешно? Ну, конечно, естественно. Потому что ты считаешь, что это смешно. О! Евгений Борисович, хватит кушать. Пойдемте танцевать. А пригласите меня, пожалуйста. А благодарю вас. Стоп, 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 стоп. Невесту украли. Как невесту украли? Да, что? Не уследил, дружок? А интересно, найдешь ли теперь вора? Что? Слушай, как это у тебя так получается? Что не скажешь, все не вжило. Подождите, получается, что вы знали о краже заранее. Значит, может, вы участвовали в этом деле? Где вы были во время кражи? Да я здесь был, все. Что? Да не было, ты был в сортире, товарищ майор. Я его целый час ждал, что он там делал? Вот, по показаниям товарища Прохорова, вы находились в это время в туалете. Нет, не стыковочка. Я? А? Вот, гоните выкуп. Какой еще выкуп? Три бутылки водки. Ну, знаете, традиции традициями, но... Водки детям я не дам. Коробка конфет подойдет?
Девушка, подойдет? Да что ж ты меня встаешь, Женек? Иван Степанович, детям, вот, да что ж ты его сломали? Ладно, Алексеевич, свадьба же. Так, все, кто на конкурсы? На землю нельзя наступать. Все нормально, здесь все нормально, здесь все. Танцуем, танцуем, жипочки, на кассеточки танцуем. Хорошо? Иди сюда, иди, иди заново, заново. Ты не считается. Держаться! Держаться! Сказал! Держаться! Держу! Держа! Держа! Стоп! Победили Евгений Борисович и Ольга Николаевна! Ну что, следующий конкурс – бутылочка! Давай бутылки! Не воткнул. Не помогать руками. Вика, давай дальше, давай дальше, давай. Алёха, руками не помогать. Котя. Да. Тебе не кажется, что ты увлеклась? Ты думаешь? По-моему, это очень самобытно. Евгений Борисович, ну держи, давайте, давайте. Проиграй. Да! Все, взяла, взяла. Взяла, кто следующий? Давай! Че, стоп! Что ты говоришь? Там это дядька, который тосты говорил, в колодце утопился. От него только пиджак и туфли остались. Маша Ира довел человека! Да ладно, подожди, разберемся! Разберется вот, Аня! Аня! Вот чего? Вот как знал! Он ехать не хотел! Вот как знал, он ехать не хотел! Это я его уговорила! Ему кот зеленый снился! Ну подождите, вы не лезьте! Мужики сейчас его вытащили, Ваня! Вытащили! Сваха, да не надо так убиваться! Ему этим там уже не поможет! Ничего не видно! Видно, течение ему несло! Да там течение, у меня один раз бочка потонула, так ее на следующий день под Кировкой видели. Ну, человек, он, конечно, дольше плыть. Да замолчи ты, балабон! Что ты медленно? Принесешь что-нибудь веревку или нет? Во! Что, мне, что ли, я плаваю, как утюг? А ладно, на мне, мой грех мне и вытаскивать. Давай, бежи. Что, Ваня? Ты что, кума? Стоп. Давайте я достану. У меня все-таки первый разряд по плаванию. Вот это правильно, вот это... Я вот сейчас запросто достану, спокойно. Вы только не волнуйтесь, давайте веревку. А ты что здесь делаешь? А что... Что вы так на меня смотрите странно? Так выше это. Что вы это? Вот городские. Даже утонуть нормально не может. Валентина Петровна, солнышко мое, идите домой, мы сами. Да не, шо вы, это как-то не по-людски. Мы поможем ему. Да, ну спасибо. Спасибо. Не за что. Ай-яй-яй. Ванька, да. А как ты умеешь вот так все, как это ты разруливаешь? Разруливаю. У тебя, ты знаешь, что скажу? У тебя язык откуда надо растет. Язык? Висит язык. Подвешен. Подвешен? Подвешен, да. Ты знаешь, мне нужны такие. Да. Валя, может, его как-нибудь разбудить? Ой, даже не пытайся. Он сразу плакать начинает. Хотя попробуй. Может, он хоть тебя узнает. Ой, вот. Дмитрий Саныч, вставайте, идите домой. Дмитрий Саныч,
Это я. Идите домой. Давай ко мне. Ко мне, давай в ларек. Менеджером, давай. Кем? Продавцом. А, да. Продавцом можно. Да. Можно продавцом. Давай. Нет, можно. Это мне, знаешь, надо очень серьезно подумать. Я согласен. Давай, наливай. Забрай кровиночку мою, сыночка моего. В город измываться. Андрюшка! Плохо бабки без тебя! Ой! Валя! Он меня узнал, но не идет. Вы такие смешные вещи рассказываете. Пойду я, Алексей Алексеевич. Поздно уже. Ну, во-первых, это не поздно, уже скорее рано, Любовь Георгиевна. А что, водка кончилась, да? Не, вот водка еще есть, но Илюха тоже есть. А пошли ко мне. У меня нету Валюхи. Мысли. А? Мысли. Все, пошли. Пошли. Давай. Поднимайся, давай. Куда ты? Опять без меня. Я вас провожу. Да зачем же? Здесь же всего два шага. Преступность, Любовь Георгиевна, не дремлет. Да, конечно. Ну, взял? А хватит? И никогда не хватит. Ну, если что, мы пополним запасы. Да. Так, я не понял, а куда это вы лыжи навострили? Все, Илюха, ухожу. Куда? Из шоу-бизнеса, в торговлю. Мне он, олигарх Борисович, предложил к ним на работу менеджером. Кем? Продавцом. Да. Что, серьезно? А я что, похож на несерьезного человека? Он блестит, а? Так а идете вы куда? Куда идете? Ну, надо сейчас обсудить график. Вот. Работу, понял? Пошли. А вернетесь когда? Сутки через трое. Через двое. Хорошо, хорошо, договорились, хорошо. Шумялка мышь, деревья гнулись. Опа! А ночка темная была. Люха! Люх! Одна возлюбленная пара. Всю ночь гуляла. А почему двери открыты? Кто на ночь будет двери запирать, ну? А это кто? А кто что там еще? Происходит? Да ты что делаешь? Каком? Что? Так что вы себе позволяете? Господи, кто это? Петя, кто это? Так, кто-нибудь? Люди! Что? Извините, ничего Слава, себе. Распустил. Ну, уходи. Что? Я ухожу. Извините, все. Они просто. Что помешал вам тут? Спокойной ночи.
Он все бродит и бродит. Извините, Дмитрий Александрович. Ой, все. Извините, я спутал. Опознался. Опознался.